А теперь о тех, кто одних вызывает ужас, у других восторг, ну а у большинства все же восхищение. Речь идет о гигантских пауках. Несмотря на то, что пауки вызывают у многих людей страх, любители природы на самом деле без ума от этих существ. Самые заядлые из них даже собирают коллекции из пауков. К этой категории людей можно отнести организаторов выставки, которая открылась в Твери, и куда могут прийти все желающие, чтобы узнать как можно больше про пауков и не только. Удивительный мир гигантских и карликовых пауков представлен на уникальной выставке, которая открылась в торговом центре «Вавилон» в Твери. Экспозиция познакомит с видовым разнообразием пауков, которые удивляют посетителей своей расцветкой и размерами. Для каждого из них созданы все условия комфортного пребывания в том или ином городе. Иногда гастролеров выпускают из стеклянных домиков для того, чтобы поближе познакомиться с любителями экзотики. Общение приносит массу положительных эмоций взрослым и детям. Они не колючие, не кусаются, а очень интересные. Его даже не чувствуешь, что он сидит, не сидит. Интерес у посетителей выставки также вызывают скорпионы, тараканы, скалопендры и игуаны. Он очень прикольный, на ощупь остренький чуть-чуть. Эти существа обитают по всей планете. Увидеть их – редкая возможность, которую дарят организаторы этой выставки. Посетить ее можно до 18 декабря ежедневно в торговом центре «Вавилон» на третьем этаже. Возрастное ограничение 0+.